Вот такое сегодня блюдо для ленивых, для тех, кто готовить не хочет. Картопляное пюре или пюре из картофеля, залитое кипятком, и в нем положено огурцы, помидоры, зеленый салат, лук, перец. Ой, лук и чеснок сегодня. I'm sorry, перца нет. Скоро купим. К этому составляющему цикорий, хлеб свой лично испеченный и очень вкусные фрукты. Это ежевика и малина. Кто-то мне там писал в комментариях. Это черная малина. Ну, нам это фиолетовый, их мнение. У нас это дома называется ежевика. Ах, как мы сейчас будем вкусно кушать. Ням-ням-ням.